Здравствуйте, это «Наше время», я Василий Морозов. В Алтайском крае будут по-новому считать туристов, а именно по методике Всемирной туристической организации. По мнению ряда экспертов, она позволит получить более точный результат, так как будут учитываться и те, кто раньше мог не попадать в официальную статистику. Напомним, власти заявляют, что турпоток в Алтайском крае превысил 2 миллиона человек в 2016 году. И этот результат, а также новую методику, ее преимущества и недостатки, обсудим с завкафедрой рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга Алтайского госуниверситета Александром Редькиным. Александр Германович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот давайте разберемся, что предполагает новая методика, кого теперь посчитают, кого раньше посчитать не могли или не считали. На самом деле методика новая, ну, скажем, не совсем новая с точки зрения собственной методики, потому что и у нас, и за рубежом она осуществляется следующим образом. Есть как бы два направления учета туристов. Первое направление — это, собственно, отчетность, а второе направление — это специальные исследования, которые эту отчетность дополняют. В отчетность входит расчет, собственно говоря, учет турпотока и составляющая туристских расходов, которые приходят с этим турпотоком. Это делается во всех странах. Единственное, что те методы, при помощи которых вот этот учет производится, они немного разные. Так. Вот. И, соответственно, недостатки, которые у этой системы есть, они тоже касаются, в общем-то, не только нашей системы статистики, поскольку три таких недостатка существенных. Первое – это то, что происходить может не учет каких-то прибытий, которые не регистрируются. Второй момент – это то, что не учитываются однодневные посетители. И третий момент – это то, что может произойти двойной счет. Да. Вот. И, соответственно, вот и ЮНВТО, и наша Федеральная служба государственной статистики, наш Ростуризм, и национальные туристские администрации, которые за рубежом, собственно говоря, вот этот учет ведут, они все разными способами пытаются вот эти вот недостатки ликвидировать. Поэтому и вот у нас... В принципе, наконец-то сложилась та ситуация, когда мы тоже пришли к тому, чтобы максимально объективизировать вот этот вот туристский поток. Но надо понимать, что в любом случае будут определенные недоучеты, и это совершенно объективно, потому что это же живой такой энергичный туристский поток. Ну да, ну давайте вот так вот считать. То есть, получается, свои данные, ну, эти данные по турпотоку будут основаны на следующих показателях. Наверное, сдают свои показатели гостиницы и, ну, вот места размещения, правильно? Да-да. Далее, ну, возможно, это какие-то туристские организации, конечно, туроператоры. Конечно. Давайте продолжите. Да, кто да. еще? Ну, вот в чем, собственно говоря, различие, которое существует в статистике? Ну, как бы не касаясь там вот знаменитой фразы Ильфа и Петрова, да, что есть там статистика, да, и да. так далее. Да? Вот. Эти разночтения в чем? Все-таки у нас много лет была плановая экономика. И развернуть вот эту вот махину туризма, которая... просто въехала, да, вот, скажем, в эту статистику неожиданно и достаточно радикально, чтобы ее учесть, необходимо очень многие параметры изменить, потому что на самом деле многие позиции, которые свойственны туризму, у нас учитываются в других, скажем так, статьях вот. Учета, да. У нас есть общероссийский классификатор видов экономической деятельности, и поскольку туризм крайне многопланов. Например, вот турагенты, они учитываются в разделе «Транспорт». Угу. Вот. И зачастую, когда происходит анализ не специалистами вот той формы статистики, которая у нас принята, ну, просто на это не обращается внимания, а сама по себе служба работает долго. То есть они после того, как учет произошел, раз в квартал дают обобщенные данные, только через полгода они более как бы уточненные сведения. То есть оперативности нет, и в этом, собственно говоря, проигрыш наблюдается. Ладно, ну давайте вот все-таки кого будут считать? Да. Значит, в 2014 году федеральная служба приняла новый учет, который
который с учетом мирового опыта уже сделан. А у нас три системы учета. Это федеральная служба, Ростуризм и администрации регионов, сами считают. И вот эти три потока считаются по разным методикам. Основная сейчас главная задача — эти методики свести. Причем методики есть хорошие и там, и там, и там. И поэтому та методика, которая сейчас утверждена Министерством культуры, она подразумевает следующее. Первое. Как считать, чтобы посчитать всех? Пример. Два вот города, которые, в которых очень трудно вообще статистический учет вести. Здесь у нас рядом Яровое и Шерегеш. Да. На сезон все снимают кое-какое место, освобождают свои квартиры и запускают туда гостей, туристов. Соответственно, эти гости никаким образом фактически не учитываются. То есть происходит фактически две позиции. И не учет, да, происходит, и финансово тоже как-то проконтролировать это. Александр Германович, у нас прям сильно мало времени. Смотрите, в итоге кого? Допустим, посетители музея будут учитываться? Да, вот я говорил о том, что недоучет идет однодневных посещений. Да. И это правильно, потому что в основном в музеях не местные жители, а приезжие все-таки их посещают, а поток считается не только туристы. Туристы и экскурсанты. Это экскурсанты, это хорошо, нормально. Но смотрите, с недоучетом мы разобрались, он действительно есть. Ну а переучет не получится, если считать, например, действительно музеи. Ну потому что, например, школьники из Бийска, приехавшие в Барнаул на экскурсию, ну, наверное, вряд ли можно считать туристами в масштабах Алтайского края. Так же, как и я поехал в командировку в тот же Бийск, переночевал в гостинице, вряд ли меня можно считать туристом. Вот такие вот задвоения, они вообще как? Ну, все-таки таких эпизодов достаточно немного, и в рамках общего турпотока они статистическую погрешность, по сути дела, составляют. Важнее учесть тех, кто все-таки реально приехал познакомиться с регионом. И у нас ведь 86 примерно процентов это посещения как раз трехдневные. То есть один и тот же человек может быть посчитан несколько раз, потому что он в течение, там, условно говоря, сезона приезжает трижды-четырежды в Алтайский край отдохнуть. Ну да, ну а 2 миллиона цифра, она насколько справедлива, по вашему мнению? Я думал об этом, и, на мой взгляд, она достаточно объективна с точки зрения вот того, что у нас происходит определенный недоучет, и с точки зрения того, что туристский поток прибавился за счет сокращения внешнего выездного туризма. Так, ну и получается 2 миллиона, ну, в принципе, это действительно тот показатель, который приезжает именно в Алтайский край. Я думаю, что да, особенно, я повторюсь, с учетом того, что короткие приезды. Мы же в тени огромного мегаполиса Новосибирска, рядом Кемерово, Томск. Выходные дни, Чуйский тракт, это большая пробка. Какие точки роста есть, чтобы этот поток увеличить? Могут ли стать, например, такими точками роста относительно небольшие проекты, ну, например, там, горнолыжная база в Тягуне, собственно, о которой, ну, вот, говорили власти, и не только, ну, и там, какие-то кемпинги в Завьялово, например? Я думаю, что горнолыжный вариант Тягуна – это очень хороший, скажем так, подход для снижения сезонности, потому что много людей ездит туда просто кататься на лыжах. И если там наладить какую-то инфраструктуру, а есть прямая зависимость. Как только появляется инфраструктура, туристский поток мгновенно возрастает. Соответственно, люди будут ездить в Шерегеш 400, куда-то в Новосибирскую область, вот в Салаир тоже ехать. Там ничем не лучше, чем у нас. Буквально совсем немного остается. То есть можно сказать, что в 2017 году, с учетом этой новой методики, ну, скажем так, мы перейдем за грань 2 миллионов, о которой говорится. Я думаю, что она будет более точной. И думаю, что да. Тем более очень приятно отметить, что в основу методики заложены предложения Алтайского края. Именно то, что учет сейчас перейдет от, ну, отчетности прямой туризма в статистику к учету через администрации муниципалитетов. К сожалению, у нас время вышло. Я думаю, что вот то, о чем мы с вами говорили, действительно стоит еще обсудить и в формате, может быть, и круглых столов, или других мероприятий, чтобы каким-то образом выйти на другую аудиторию. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо большое. А это было наше время. Увидимся в эфире.